Студенова и Вадим Левашов. Обнинск. Творческое объединение «Оазис». Пока не выходит, поздравляем Юлю с победой в международном грушинском интернет-конкурсе. Видите, сколько за это лето успели наши люди сделать, несмотря на карантин. Первая песня. Забыла имя автора. А. Леонтьева. И называется она «Черемуха». Это не грусть, а прощание с грустью. Это не пламень, а дым. Руки черемуха белые вскинула ночью над домом моим. Руки черемуха белые вскинула ночью над домом. Перед началом концерта Оксана нам всем выдала вот такие вот веночки. И мне она сказала следующее. Ну, тебе понятно, какой веночек? У меня веночек с ромашками. И сейчас я хочу вам спеть песню, мою песню, которая уже очень-очень давно написана, которая называется «Ромашка». Не любит лепестки не мне.
ветер раздует. Я ромашку солнце окую, да приложу поближе к локону, босиком по полю колкову, ноженьки ладны, и пускай трава щекочется. И завершить свой блог я хочу песней Евгения Бачурина, самая, наверное, популярная его песня, которая называется «Дерева». Внутри
говорят, как под ветром трава. Не склонится моя голова. Я и верить бы рад в то, о чем говорят. Да слова, все слова, все слова. О чем говорят, да слова, все слова, все слова. За резным, за дубовым столом помянут нас недобрым вином, а как станут качать, да начнут. Оказывается, еще один участник, возможно, не дождется финала вместе с нами. Нам очень жаль. Давайте еще раз на него посмотрим.